По последним данным, наша школа будет построена, возможно, в 2024 году, и то при привлечении денежных средств. Это видеообращение жителей Рязанского микрорайона Семчина навело шороху в соцсетях. Посмотрела его и глава администрации Рязани Елена Сорокина. И сразу же выехала на встречу с местными активистами. «Я за прямой диалог», — заявила она. В этом обращении и боль, и эмоции, и ощущение некой обманутости, обманутых ожиданий. И я понимаю наверняка, откуда это проистекает. Когда вы покупали все квартиры в этом новом микрорайоне, вы на картинках видели одно – и вам обещали. В итоге получили другое, и отсюда вот и, может быть, проистекает это ощущение обманутости. Как и когда, два самых важных сейчас вопроса у жителей Семчина. Понятно, что от обращения к президенту деньги просто так в бюджете не появляются. Но городские власти на главный вопрос, будет строительство или нет, в принципе, ответили утвердительно. Два проекта от города будут точно. Это школа в Семчине на 1100 мест и детский сад на 224 у нас получилось. Я сказала вам на 220, я помню. Получилось на 224 места. Они точно будут. Они есть. Появились в конце 2020 года. Самое сложное – это найти деньги на то, чтобы реализовать проекты. Эти деньги в 2022 году будут. Будут. Возведение школы городские власти рассчитывают передать федеральному концессионеру «Прошкола». Концессия – это форма государственно-частного партнерства, когда объекты коммерсанты возводят под госгарантии оплаты. Главное – проект уже есть. Блок начальных классов, он выделен в отдельном, то есть с 1 по 4 класс учатся в отдельном блоке. Второй блок – это административно-хозяйственный блок, то есть там административно-хозяйственные кабинеты, там столовая, там актовый зал на 650 мест и библиотека. Впрочем, школа и детский сад – лишь часть нужных Семчина инфраструктурных изменений, включая новую асфальтированную дорогу, автобусные остановки и освещенные пешеходные тротуары. Эти позиции Елена Сорокина тоже обозначила как задачу для властей на ближайшее время. А пока алгоритм действий следующий. По строительству школы уже весной должен активизироваться концессионер. По детскому саду в Семчина все движения власти начнут в феврале-марте с выходом на контракт в апреле. Срок возведения – до 25 ноября.